Атомэнергосбыт – крупнейший поставщик электроэнергии в Курской, Мурманской, Тверской и Смоленской областях. Первый обновленный центр обслуживания клиентов на Смоленщине официально открылся 30 января в Десногорске. Уникальность отделения в том, что в нем введены новые стандарты обслуживания и клиентского сервиса. В прошлом году был утвержден новый стандарт архитектурных решений оформления клиентских центров обслуживания, утвержденный госкорпорацией «Росатом». Основные цели – это, естественно, максимальное формирование удобных форм обслуживания как клиента, так и работы нашего персонала. Центр обслуживания клиентов в Десногорске – это единое пространство для приема обращений физических и юридических лиц. Здесь можно получить консультации по вопросам электроснабжения, энергосберегающих технологий, новых цифровых решений. В обновленном офисе реализованы современные решения по зонированию пространства. Отдельное обслуживание, универсальная кассовая зона, комфортная зона самообслуживания и ожидания. Это только первая ласточка, и действительно мы хотим сделать такие центры обслуживания клиентов в каждом населенном пункте присутствия филиала Смоленской атомной газбы для того, чтобы нашим клиентам было комфортно, очно обслуживаться. Кроме того, десногорский офис – один из передовых продвижений цифровых сервисов «Атомэнергосбыт». Здесь сотрудники готовы предоставить консультацию по использованию личного кабинета и мобильного приложения, а также переходу на электронный документооборот. Адрес расположения центра в Десногорске – 3-й микрорайон, строение 50.